Дорогие друзья, всем здравствуйте, с вами Екатерина, вы находитесь на YouTube-канале Эсмеральда Серебро. Сегодня у нас пятница, это означает, что у нас с вами итальянский сериал, и сегодня у нас с вами будет прекрасная подборка украшений, которые я подготовила для вас. Девочки, отнеситесь с вниманием к тому, что я покажу, потому что очень много вопросов, очень много то, что я покажу, это хиты продаж, очень много незаслуженно оставленных без внимания для украшений. Я хочу сказать, что мои контактные данные я закреплю в комментариях под данным видео. Вы сможете связаться со мной по всем интересующим вас вопросам, а именно по поводу украшений. И мы с вами приступаем. Я не буду много и долго говорить. Давайте начнем с вами с оникса. Я сниму мои серьги с кварцем. И мы с вами начнем. Сегодня у меня такая немножко романтическая цветовая гамма, романтическое настроение, так мне захотелось. Я уйду на паузу, надену серьги, надену ожерелье, и мы с вами начнем рассматривать. Друзья, ну что же, давайте с вами я расстегну мою жилетку, мы с вами посмотрим, как все это выглядит на контрасте. Это все, конечно, шикарно заиграло. Я предлагаю вам ожерелье. Здесь оникс шахматной огранки, здесь раух топаз кавашоны, и здесь жемчуг барочный, культивированный жемчуг, а именно ожерелье и браслет. Браслет. И все это серебро в розовом золоте. Браслет 91 евро. Есть удлиняющая цепочка, то есть здесь на запястье, ну, в принципе, да, 20 и даже больше. Давайте снова вернемся к браслету. 91 евро в розовом золоте. Нарядная история, красивая, нарядная. Все производство Италия. И 174 евро ожерелье. Оно многослойное. Так, мое колечко и мои украшения в сторону. Оно многослойное, смотрится оно вот так. Я думаю, на фоне белой рубашки, на фоне любого вашего наряда это будет очень красиво. И про серьги, друзья мои. 116 евро, оникс в шахматной огранке, замок, гвоздик, я сниму все, мы с вами еще рассмотрим. Но сейчас я хочу, чтобы вы посмотрели, как все это выглядит, собственно говоря, вместе. И складывается все в один шикарный комплект. Очень нежно, очень красиво, несмотря на то, что оникс такой элегантно, да, уже и броско, ярко, несмотря на то, что это черный цвет, но в то же время этот комплект очень нежный, смягчает его жемчуг, я думаю. Ну и раух топаз, кто любит, то пожалуйста. К сережкам мы с вами вернемся, а я хочу предложить вам также единственный браслет остался, их было всего три. Это очень похоже на Булгари, просто очень похоже. Я вам уже показывала, друзья, это то, что со старинной коллекции. Почему хочу показать сейчас? Потому что в розовом золоте, девочки и мальчики. Это, конечно же, история уже здесь работы, его надо немножечко обновить, его надо почистить, друзья. Вот, но это украшение серебро 925-я проба, оно в золоте 18 карат розового цвета и тоже сюда будет подходить, если взять это ожерелье и, допустим, только этот браслет с часами, то тоже мы комплект разбиваем. 295 евро стоит данный браслетик. Здесь очень кропотливая, очень шикарная работа, ну, для тех, кто любит, понимает такие украшения и хочет иметь брендовое украшение, но не может себе позволить, заплатив огромную сумму, то есть вот такой аналог. Здесь замочек-гвоздик, вы видите, как смотрится оникс, и вот так все это выглядит. Не бросается в глаза, что это в лимонном золоте. Здесь золочение не ярко такое вот лимонного цвета, но это и не розовые серьги, это в лимонном золоте. Но тем не менее, вы видите, все это складывается в комплект. И как я вам уже сказала, 116 евро. Вот так выглядит ожерелье. Обратите внимание на этот комплект. 174 евро. Здесь вместе множество сатуаров. Раз, два, три, пять. И серебро в лимонном золоте. Такая красота, красиво. Красиво. Мы с вами рассматривали комплект. Вернее, я это все складываю в комплекты, но вы можете все это менять, вы можете все это на ваше усмотрение, да. Но сейчас я хочу предложить вам браслет, хочу предложить вам сатуар и серьги с кольцом. Соответственно, давайте рассмотрим. Браслет выглядит вот таким образом. Принит розовый кварц, шахматные огранки, нежная работа. Прозрачный берил, серебро в лимонном золоте. Браслет, давайте цену сразу назову. 108 евро стоит браслет. Запястье до
17, 15, 16, 17, девочки. Здесь вот больше нету удлиняющей цепочки. Вот такой розовый кварц висит. И 91 евро разъемное кольцо, прозрачный берил. Вы еще все сможете увидеть вблизи, съемка вблизи. Сатуар, я вам скажу, сколько стоит. И назову вам цену также сережек, пока вы смотрите. Здесь вот такие прозрачные берилы, где у меня этикетка. Давайте посмотрим. Вот я, кстати, сегодня с селенитом и жемчугом в этом колечке. Похожим, да, восьмерочка. 218 евро. Здесь прозрачные камушки. Прекрасно все это сочетается вместе с данным комплектом, если вы хотите. Здесь замочек Омега. Очень удобно на ушки. Они не тяжелые, друзья, поэтому обратите внимание. Сатуар, сама нежность, друзья. И все это можно в два оборота. Грядут праздники. Я думаю, что к вашему наряду нечто такое нежное будет не лишним. Так все это смотрится. Браслетик и сатуар. Очень нежно, очень симпатично. У кого есть розовые кварцы, то пожалуйста. Но с берилами смотрится ничуть не хуже. Ну что же, я тебе еще раз, друзья, 218 евро. 91 евро колечко. Складывается все в комплект. И вот так на ушки. Для закрепления, так сказать, эффекта. Я все это снимаю. Сегодня ярко и очень красиво. Мы с вами продолжаем рассматривать яркие комплекты. Я думаю, что здесь вот самое, так сказать, то, что доктор прописал, повторяю, да, я сегодня, вы видите, мне нравится очень эта модель, это мое колечко, но вариации есть разные. И когда я покупала, не было такой вариации, не было еще каких-то вариаций, поэтому, соответственно, я тоже смотрю, что это очень украшает личико. Я думаю, каждую девушку сделает очень милой, красивой. Но в любом случае, такие украшения не могут не сделать девочек некрасивыми, только еще красивее. 155 евро колечко, серебро 925 проба, в золочении 18 карат. Мощное, красивое, прозрачный берил, культивированный жемчуг, очень красивый эффект у берила. И, соответственно, сережки 218 евро. Они стоят так же, как и вот эти серьги, которые я вам показала до этого. Здесь разница только здесь берил и культивированный жемчуг, а здесь вот два берильчика. Поэтому выбирайте. Этот комплект также подойдет в любом случае и к сатуару, который я показывала до этого. Но и соло, да, вот абсолютно индепендент, независимо от всех украшений, тоже смотрится очень красиво. Не тяжелые сережки, девочки, замок Омега на любую мочку уха. Красиво смотрится. Сегодня у нас с вами крупничок. Очень красивые эти украшения. Это лучшие наши украшения, которые... у кого еще нет таких комплектов, то я всем рекомендую, друзья. Это хиты продаж. И колечко 155, да, я вам назвала, 218 и 155 на любой размерчик, оно разъемное, девочки, их мальчики. Маякуем мальчиком, у нас мальчиков прибавляется в полку, прекрасно, покупают своим девочкам украшения, девушкам, да? Сегодня у нас бериловый рай, да, назовем это так, и на мне сейчас великолепные серьги, они уже отличаются от восьмерочек, это уже будет форма солитарио, да, соло, только берил, занижен штифт, замок Омега, легчайшие, красивые, кто не хочет жемчуг, кто не хочет из девушек как какие-то еще вставочки и добавки других камней, я вот хочу найти колечко солитарио, я его не вижу, но давайте я вам покажу вот это колечко, друзья, потому что не могу его не показать. Это нежность и красота, я не знаю, как оно еще не продано. Посмотрите, что здесь творится, 148 евро оно стоит, два прозрачных берила, все это серебро, 925-я проба, в золоте 18 карат. И вот так все это смотрится и тоже складывается в один комплект. Но это красиво, это действительно красиво. У нас прохладно, мне хочется немножечко, давайте... Так, пока я показываю, я застегну. 148 колечко. Очень хорошая цена. И сережки стоят... Давайте я раз посмотрю. Секундочку. Сережки 141 евро. Посмотрите, какая прелесть. Здесь по цветовой гамме отличается. Это не комплектик. Но можем подобрать. Кто хочет сережечки, то пожалуйста. Просто не знаю, где у меня сейчас солитарио такое колечко. Есть, знаете, какое кольцо? Давайте я сниму вот это уже колечко. Девочки, просто бериловый рай. Вот он просто и не просто. Вот оно. Угу. Но это будет следующим комплектом. Нет, давайте с вами остановимся, пока они как
без колечка, но кольцо мы сможем заказать, либо мне его надо поискать. Но здесь прелесть прелестная, вы видите, как... Девочки, давайте с вами еще рассматривать. Здесь уже персиковая история. Посмотрите, какая прелесть, прозрачный, шикарный. Я надеюсь, вы разделите все это, что я показываю. Захотелось мне эту тематику. Я считаю, что эти украшения, они как на каждый день, так и на праздник. И такая цветовая гамма, которая вот именно в ходу, да, и женщины любят такие камушки, тем более прозрачные берилы. Это всегда очень заманчиво, очень нежно, очень мило, очень женственно. Так все это смотрится. Разъемное кольцо 129 евро. Крупное, симпатичное, яркое. И сережки здесь у меня 218. Все они по 218. Вы видите, здесь уже вот немножко отличие от того, что я вам показывала. Давайте, где, например, вот. Вы видите, одни поярче вот эти, другие немножко поспокойнее. И с кольцом, которое вот тоже такое... Нежный-нежный цвет. Замок Омега. Так, следующий. Давайте я вам покажу, секунду. Друзья мои, ну что же, я надела великолепное ожерелье. Великолепный комплект, который будет поводом для завершения первой части 146-го видео. Я, по-моему, вначале не сказала, у нас 146-е видео, друзья. Время летит очень быстро. И столько уже прекрасных женщин сделано красивыми, не без нашего участия, что для нас очень лестно, да, что это очень приятно. И давайте сейчас вернемся с вами к комплекту. Я думаю, что... Он заиграет всеми теми нужными красками для того, чтобы одна из вас сделала выбор в пользу данного варианта. Великолепные бериллы, коралл кожи ангела, прекрасная работа, серебро в лимонном золоте. Я думаю, что и такие камни, и такого качества работы, и такая цветовая гамма не оставит равнодушным ни одну из вас. Здесь вопрос, конечно же, я не могу сказать, что это дорого. Опять же, сейчас я назову вам цену, я вас приятно удивлю. И я думаю, что этот комплект наконец найдет свою. Es plata, Карина. Plata en oro ros. Pero la perla muy bonita. Sí, la perla preciosa. Preciosa. Lo sigo, ¿no? En carne. Sí, sí. Ну что же, мои хорошие, давайте с вами вернемся и опять полюбуемся, опять и снова полюбуемся. Я немножко ухожу на паузу, да? Давайте начнем с сережек, где у меня здесь этикетка. Прозрачные бериллы семейства аквамариновых. Законченность работы, как умеют итальянцы, да? 165 евро стоят данные серьги. Прозрачные, шикарные, носибельные, не тяжелые. Замок Омега, штифт занижен, серебро в лимонном золоте. Колечко стоит 155. Я решила взять веер, потому что праздники и потому что еще не вся коллекция королевских вееров продана. Есть кое-что в закромах родины у Флоры. Я оттуда постоянно что-то достаю, вытаскиваю с превеликой радостью. Почему? Потому что я обожаю сбережливых людей. Я что не так лежит, все ликвидирую, дарю, аннулирую. Флора все это хранила нам на радость. Вы посмотрите, какой прекрасный веер. Тут еще цены в песетах. Мы перевели с песет 45 евро. Его цена, друзья. Это королевская фабрика в Валенсии, которая изготавливала артесанию, веера, ручной работы. Артесанию мебель, в том числе веера, ручной работы. Это дерево и роспись, которую изготавливали испанские мастера. Он односторонний. Вы видите, да? И все это вместе, я думаю... Сейчас прохладненько, потому что у нас двери открыты, но на ваш праздник, даже если не в этом году, девочки, обязательно все вернется на свои места, я думаю, и будет еще лучше. Мы будем верить только в лучшее для тех, кто будет смотреть это видео спустя годы. Мы в 2020 году, и, соответственно, не у всех, возможно, намечаются какие-то балы, званые вечеринки, и, я там не знаю, все, что касаемо сборища народу и людей, компаний, но праздники будут, поэтому ловите момент. Шикарный веер, девочки. Очень красивый веер, красивый комплект. Я сегодня не жалею, что я подгадала такую цветовую гамму. Это вот прям самое то. Но я думаю, что здесь все видно.
И цену я им сейчас скажу. Это очень хорошая цена для данного украшения, поэтому рекомендую как самой себе. Друзья мои, 435 евро стоит данное ожерелье. Шикарные камни, великолепная законченность, шикарный замок, серебро в лимонном золоте, огромное количество серебра, золочение в золоте 18 карат. Все как мы любим, и с гордостью я вам это представляю. Это лучшие украшения, что я видела, где бы я ни была и где бы я ни видела. На мой вкус, поэтому я это предлагаю вам. Если бы мне нравились другие украшения, я бы предлагала другие. Просто девочка там одна писала, я хочу просто серебро без золота. Ну, у нас такое есть, но очень мало. Вам в другие места. Кружок по интересам, а нам то, что мы видим с вами. Это отражает мой вкус полностью. Это очень красиво, девочки. Это неимоверно красиво. Это очень красиво. Это будет красиво и безродие, если и камни похуже, и если и качество похуже. А уж так, как оно есть. 435, мои хорошие. И оно может быть вашим. Шикарное, эксклюзивное, неповторимое, ручной работы ожерелье. Друзья мои, на этой красивой ноте с этим шикарным веером, который вот так можно мило и романтично держать в руках и вот так им махать, когда вам жарко, и стрельба глазами тоже никто не отменял. Поэтому, соответственно, вам рекомендую. И буду заканчивать 146-ю часть вещания, вернее, первую часть 146-го видео. Вы не переключайтесь надолго, мы с вами увидимся совсем скоро и продолжим рассматривать красоту. А бериловый рай, я думаю, на сегодня уже завершен. Мы перейдем к другим украшениям. Делайте ваш выбор и пишите мне в WhatsApp, Viber.